В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером, и лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали. Кричали турки, которые начерно обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку. Купил чеки-пупик, лучше пики-пукупи, а то придет бомбардир из Бранденбурга. Бомбами забомбардируют за то, что некто чернорыл, у него полдвора рылами, зарыл, вырыл и подрыл.